Сегодня 22 марта 2023 года. Из хранилища достали некоторые сорта яблонь. Можно посмотреть. Вот Сириус. Прекрасно сохраняется твердость, окраска. Это Сириус. Это Маджестик. Вот такие плоды Маджестика. Хрустящие, сочные, ароматные. Что-то среднее между Pink Lady и Fuji. Сорт Джунами. Вообще изумительного вкуса. Твердые, хрустящие. Самый вкусный из всех сортов. Джунами. Плоды средней величины, молодое дерево. Это Голдраш. Этот до мая лежит. Вот такой краткий обзор на 22 марта.